Итак, схема выглядит вот так вот. Она поделена на три части. Точнее, я ее поделил. Первую часть у нас — это производство необработанного пластика. Делается она следующим образом. Из нефти необработанной. Мы в нефтеперерабатывающем заводе получаем полиэтилен или и полипропилен. С помощью труб я это подключил. Вот, далее подключаем к нефтеперерабатывающему заводу химический завод. Здесь стоит улучшение, выталкиватель и ускоритель. И источник воды ему нужен. Сделал я его вот так вот, с помощью резервуаров из эндрайо. Трубы, соответственно, тоже из эндрайо. Настройки здесь тоже, только чтобы собирать. Вот. Единственное, что нужно, сюда поставлять капсулы, улучшенные капсулы из Industrial Upgrade или ведра. Я же буду поставлять ведра. После химического завода наш пластик необработанный поступает в интерфейс, здесь ничего не настроено, и из интерфейса приходит в нашу систему. Далее, во второй части мы получаем наше ведро кислорода, требуемое для крафта, пластиковый пластин. Ставим электролизер, как вам удобно, но сделаем такую цикличную конструкцию. Для электролизера нам требуется источник воды. Далее, мы интерфейс кладем шаблон. Выглядит он таким вот образом. При заказывании наши ресурсы для ведра кислорода поставляются в сундук. Из сундука с помощью труб они поставляются в электролизер. Здесь ничего не настроено, только шаблон. В электролизере у нас есть следующие настройки. Это вода. Обязательно, когда заполнена вода, кладем сюда ведро воды. Это нужно для того, чтобы ведра, которые используются в шаблоне, не попадали вот сюда, в этот слот. Они попадали вот в эти слоты. Далее, здесь стоит улучшение выталкиватель с правой стороны, чтобы он приходил в мой интерфейс по трубе. И пулинг кабрейт, чтобы он забирался с верхней стороны. Я не пробовал, конечно, убрать их, но как хотите, я оставлю. У меня, потому что так оно работает. Далее, полученная продукция, а именно два ведра водорода и ведро кислорода, поступают в наш интерфейс с помощью резонирующего поисковика. Можно вставить любой поисковик, но я воспользуюсь этим. Поисковики у нас стоит на черном списке. И, используя игнорирование метаданных и игнорирование BT, ну, в общем, такие настройки просто сделайте, катод и анод, и включить его, чтобы он не поставлял, не забирал их. Потому что в обычном случае, если мы поставим выталкиватель прямо напрямую к интерфейсу, он будет их забирать. Вот, то бишь он поставляет и забирает. Поэтому сделал вот так вот. Далее, последняя и третья часть. Она несложная, все очень просто, банально, как со всеми механизмами. У нас есть шаблон. Вот такой вот из ведра кислорода и пластиком. Мы получаем пластиковую пластину. Кладем сюда шаблон к механизму. И здесь, опять же, улучшение выталкивателя и ускоритель, чтобы он автоматически готовую продукцию поставлял в интерфейс. Вот. Для работы нам требуется, опять же, для всех этих механизмов энергии. То бишь для нефтеперерабатывающего завода, химического завода, электролизера и пластоавтомата. Вот. И все. Показываю, как она работает. Закажу, пожалуй, две, но она будет работать очень долго. Сейчас, секунду. Вот у нас есть 15 готовых готовых вот на 15 пластиковых пластин. Я закажу еще две. Вот я заказал. Значит, здесь первая часть, она пропускается, она здесь ничего не делает. Только поставляю сюда ведра или капсулы, и она будет делать пластик необработанный. Далее, ресурсы из интерфейса. Вот во второй части поступает сундук. Они пока здесь лежат с ведрами. Значит, из сундука у нас выходят наши слоты катод и анод, и заполняются два ведра.
вторая часть, с правой стороны у нас, получается, ядро кислорода, оно копится. И ядро водорода, оно копится. Вот у нас все получилось, 17 пластиковых пластин, то бишь мы заказали 2. Вот, также у нас все осталось, 15 ведер здесь, 15 ведер тут. Из сундука у нас все пропало, как видно. Вот. Если у вас есть какие-то предложения, пишите, как ее можно упростить или еще как-то. Но я сделал вот так вот.